Привет всем! Сегодня снимаю обзор на такой скандальный фильм. Почему скандальный? Потому что он либо очень нравился, либо его ненавидели. Его усмеивали. В общем, если вы смотрели, вы понимаете, о чем я. Из-за фразочек, из-за вот этого вот непонятного сюжета. Вот. Но, тем не менее, фильм крутой. Фильм кассовый. Фильм просто... собрал все деньги, награды, в общем, крутой фильм. Вот, и у меня есть коллекция всех двух дисковых изданий, всех частей. Всего 4 части, но последняя разделена на 2, поэтому 5 дисков. Русская лицензия. Ну, я вам покажу, в принципе, как это все дело выглядит. Вот. Значит, первое двухдисковое издание — это просто «Сумерки». Ну, типа, у нас назвали «Сумерки сага», там, тролливали. Это просто первая часть «Сумерки». Она так и называется. Честно говоря, на данный момент это моя самая-самая-самая любимая часть. Потому что именно она, с нее началась любовь к фильму. И она какая-то, не знаю, как сказать, она какая-то такая... интересно, хоть там отход абсолютно от сюжета. Ну, Эдвард в ней выглядит как-то нормально. И, в принципе, как-то она прям такая романтичная, интересная, необычная. Вот почему-то она мне вот так вот помнится до сих пор. И она мне нравится. Вот. Хоть там и говорили, что режиссер женщина, и там это все типа такая-то печаль. Но нет-нет-нет, потому что... это круто. Крутая часть. Я вам советую посмотреть. Ну, вы, наверное, смотрели ее. Такие доп-материалы здесь есть. Вот. Ну, такая прикольная часть. Следующая часть — «Новолуние». И я не знаю, она не является моей прям там самой мега-любимой частью, но, тем не менее, очень интересная. Вот. Что у нас здесь есть? Так все выглядит сзади. Я, кстати, уже снимала обзоры на диски, но у меня тогда не было всей коллекции. Вы можете посмотреть предыдущий обзор, а можете не смотреть. Вот такие доп-материалы. Ну, в принципе, во всех частях доп-материалы — это как снимали фильм, то, что не вошло в фильм. Ну, всякая ерунда про новых персонажей, которые не встречались в предыдущих частях. Ну, может, что-нибудь еще там вставлено. Там клипы на этих дисках вставлялись, как бы вот так. Потому что там крутые саундтреки, типа Muse, там Linkin Park. Вот. Такая следующая часть — это «Затмение». Вот это, кстати, тоже часть мне достаточно понравилась. Она такая динамичная, интересная. Вот. И доп. Материала. Вместе с Эдвардом, вместе с Джейкобом. Там это как бы дело проходит все время в этих частях. И последняя часть, разделена на две части, это «Рассвет». Первая часть. Мне нравится эта часть. Но она как-то зацепила меня. Не то, что там тема свадьбы или еще какая-то ерунда, но вообще она какая-то такая необычная в сравнении с предыдущими частями, такая немножко расслабленная, но опять же все переходит в вот эту страшную беременность Беллы и перерождение. Вот прям последний момент он как бы захватывает, он такой прям мне запомнился, музыка понравилась, в общем... прикольно. И последняя часть, вторая часть «Рассвета». Вот, тоже мне, кстати, ничего такая понравилась, но мне показалась она такая, знаете, стремительная, быстрая, там, галопом по Европам, в общем, не знаю, стоило ли делить на две части, но раз разделили, в принципе, получилось нормально. А самое интересное про этих... на этих частях есть рассказ о том, как они Беллу переделывали, знаете, в беременную, такую прямо истощенную, на компьютере все это делали. В общем, как переродилась Белла, каким она стала вампиром. В общем, все очень интересно. Я вот советую смотреть, потому что реально там часа на полтора на втором диске
кадров. А создание фильма, я люблю смотреть о создании фильма кадры, иногда просто смотрю, даже не смотря фильм, вот. Советую посмотреть, но если вы ненавидите, не смотрите, как бы я никого не заставляю, но мне нравится этот фильм. Пишите, нравится ли вам, есть ли у вас какие-нибудь диски, читали ли вы книги. Огромное вам спасибо за внимание и пока-пока.